Здоров, ребят. Ну чё, мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Значит, остановился я на босс Хранитель Бездны. Так, на прошлом стриме мне не получилось его завалить. Будем пробовать еще раз. Надеюсь, в этот раз уже все должно пройти как надо. В общем, чё, у меня еретический меч, который на +2 заточен. Потом щит. И одежда этого, как его, броня падшего рыцаря. Она тут валялась в округе. Я немного подкачался, чтобы ее одеть. А вроде как по статам она немножко помогает поменьше получать урон от огня. Ну, посмотрим, насколько это действительно хорошо. Ну, вот как-то так. Собственно, и погнали до босса. А, ну еще он сейчас в самом начале уголек тут сожрал. Ну, чтобы жизни было побольше. Но все равно это мало чего помогает, чем. Понятно. Получаем тут же тычку. Ладно. Сейчас на меня тут дебафы пройдут. Все, пошли. Этот у нас товарищ сразу же атакует. Кстати, я посмотрел, его даже можно бэкстебами забить. Так-то. Все, у нас второй кореш его появляется. Надо валить. Главное между ними не оказаться, а то они люто пробивают. Ждем, пока еще один рыцарь не появится. По-моему, они появляются что-то с периодичностью раз в 10 секунд. Так, ну вот, пока у них бойня, мы атакуем вот этого товарища. Они его завалили, теперь мне надо удирать. Вдвоем с ними вообще драться бесполезно. Ай-яй-яй-яй. О, пока. Я знаю, что мы там бьем. Вот этого надо. Да, твою мать. Плохо, дайте встать. Снова у меня опять, блин, Картуса фактически нету. Бля, не знаю, зимой. Так, ну окей, у меня хотя бы есть время отхилиться. Прыгать ему надо в правую сторону от него. Держаться как можно дальше. Я до него чуть-чуть. Давай. Блядь, зато он отлично дотягивается. По удару друг другу баснули. Блядь, да он догонит сейчас, но. Плохо. Половинку у него сшиб только. Надо больше эстаса экономить. Прям в самом начале у меня на вторую фазу до хрена оставалось. А когда 4-5 фляжек, что-то маловато, по-моему. Серега, за привет, Алекс. Только здорово, начал, а уже жопа рвалась. Типа того. Но я только один раз прошел пока. Да босс жесткий, мать его. Постоянно прессинг. Давай, пидра. Сука, еще и кореш подошел. Да мать твою. Мне вот этого надо. Но. Мы будем ждать третьего воина. Ладно, наконец-то появился. Не дает, сука, по себе ударить. Ты смотри, какая падла. Блять, опять замет попал. Ладно, ждем. Короче, буквально вот у меня 10 секунд есть. По-моему, так. Пока они валят моего кореша, короче. Откуда мне этот урон прилетел, вообще непонятно ничего. Да блять. Меня просто в замес ебанули и все. Я не смог уйти. Серега З. Помню их. Везуха, если основного плана хорошо нагибать, а потом добитие. Так вот, я не знаю, есть ли резон ждать, прямо вот именно ждать, пока основного добьют, а самому бегать вокруг. Типа, когда-то они должны же его убить. Хер знает, я пока что-то не разобрался. Есть ли смысл ждать его? Блядь, пиздец. Сука, затормозил на секунду. 4 подачи, на нахуй. Ты ёбнутый. Серега З. Они не дадут, хорошо оближут. Макс, привет. Здорово, Макс. В смысле хорошо оближут? То есть пизды ему маленько надают побольше? Блин, ну я не знаю. Вот я просто на секунду, блядь, задерживаюсь и получаю огромных пиздюлей. Какие-то очень жесткие. Ты охуел тут, что ли, блядь? Пиздец. Не, надо уже дать, я слишком тороплюсь, походу. Я просто пытаюсь в него максимум урона влить, а так явно делать не стоит. Летучий меч короткий. Главное, не в размере же дело-то. Главное, волнение океана. Просто привык как-то большим мечом махать. Часто не дотягиваюсь. Так, я вот по такой тропинке, когда бегу, я хотя бы меньше пиздов отхватываю. Давай, мудло. сука, прям через щит. Только я его, на его атаку нарывается, сразу же нихуя сделать не могу. Вот пизда, и второй появился. Сначала ломанут. Причем оба. Блять. Нихуя он долбанул, просто всю выгоду скуярил. Я просто не смог встать. Меня на полу, блядь, добили. Какой-то пиздец вообще. Причем я посмотрел, короче, как люди объясняют, как этого чувака валить, как бы. Ну, они говорят, ну, первая фаза, как бы, она вообще, типа, проще простого. Для них это уже, как бы, ну, на лайке вообще даже первая фаза проходится. Не знаю, я и на первой пизды получаю просто по-жесткому. То есть я половину пляжек сливаю только на первой фазе, потом еще вторая начинается. И то не всегда дойти только туда получается. Жесть какая-то. Вот, меня все хуяривает просто и пиздец. Причем этого босса как только не проходит. Просто даже без перекатов, в тряпках вообще, типа голышом, блядь. Ну давай, давай. Давай подождем просто. Пока не вылезет третий. Всем замет полез. Да ебись ты, колотись, нахуй. Он просто заколачивает тебя и все. Вот как? Я просто... Я пока не могу врубиться, когда именно его надо мудохать. Что сказать? Будем искать окошко. Сначала на первой фазе, потом на второй. В принципе, без перекатов от него можно... Блять, я вот не вижу, куда бегу. Мне этот пидор загораживает. Кстати, на него и бэкстебекс катит. Так-то. Блять, я ему ударил, нет, ладно. Лютый какой-то вообще. Все, побежали по кругу. Херово то, что убегаешь от одного, то второго уже не видишь. Что он там делает вообще, хуй знает. Ну этих там замес пошел. Все, надо тикать, да, вали ты нахуй. Блять. Это какой-то пинцет. Так. Давай-ка мы попробуем поставить вот эту вот пушку. Хотя бы. Ну вот у меня тут же перекат наебнулся. Покер. Попробуем. У меня ваших пизделей ребра торчат. Жопа какая. Я не знаю, что как вариант, если только кого-то призывать. Да, стопудово пройдешь. Ну, бля, хотелось бы самому, конечно. Тихо, 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 надо валить. Мои 10 секунд славы прошли. Опа. А че он так быстро появился? Все, валим, валим. Ах ты падла. Но он лупит с полполя, надо думать. Сразу же хилимся. Где он, блядь? Да, бля. Надо на расстоянии этого урода держать. Ох, хер знает, в принципе... Такой чуть-чуть получше получилось. С длинным мечом. Я не знаю. Да, попробуем так теперь. Иди же двуручки, надо, блин, в двух руках таскать, но то они и двуручки. Меня чуть не замудохали. Ну, давай, 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 давай. Опа, 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 опа. Блять, отходим. Все, ждем. Ждем Карифана. Да ты, блядь. Да я даже первую фазу не могу захуярить. Я не знаю, я пробую уже по-разному просто. И-то они пробивают две руки, пихаешь оружие. Тоже, в принципе, особо не жилец. Ты на комбо нарываешься, и тебе пиздец, пиздарики просто. Он хуярит тебя пару раз, тут же начинается его комбо, бля, которая... Я выебываю остальную часть здоровья, и по идее у тебя тупо ошибок нету. Сложность босса в постоянном его прессинге. Он типа лупит перед дыхом вообще. Киллер Илай, приветствую. Здорово, Киллер. Вот как? Я сейчас ему только... Он попал мне один раз. У меня уже отстранили нет. Привет. Я как не сможешь пройти первую фазу, бей 3 раза и потом беги вокруг, не дерись. Посмотрим. Надо определиться. У меня иногда... Блять. Я коньяка не пробовал добавить. Я думаю, сейчас заторможенное внимание вообще будет не на руку. Как настроение? Как? Ну да, вот пытается того мудака нахерачить второй стрим. Здорово, вот это, блядь. Как он четенько попадает мне в ебло просто. С удивительной точностью. Тупо влетаешь на его одну подачу и все. Тупо плыл, короче. Спасибо. Спасибо за лайкос. И все, у меня тупо стамины, блядь, нету. Ну-ка, иди сюда. Все, он полетел, он убить просто. А, ёпта. А, неужели? Мне повезло даже. Ну окей. Где он сейчас будет? Как правило, за спиной. 7 фляжек. Надо в правую сторону всегда уходить. Все, не знаю, блять, полетел. А твою мать. Че сегодня, старый Новый год, да? А, прикольно. Я забыл. Ладно, вас тоже, ребят, со старым Новым годом. В принципе, с этим мечом есть вариант, но единственное, что он не сильно стамину, конечно, сбивает. Давай, наверное, и разденемся. Хотя, и так будет. Серега З. Кстати, да, с наступающим. Ну да. У меня завтра тест на корону идти сдавать в 6 утра. Что? Никаких там отмечалочек. Как-то так. Сошел с рельс. Не рассчитывая мечи на второй базе, просто повес его нас. Подожди, я не успеваю. Я не слышал, что ты написал. Паузу у нас в игре не предусмотрен, поэтому я потом прочитаю, блять. Нас забивает просто. Блях. Понятно, что во второй фазе на щит не надо рассчитывать, но мне бы хотя бы дойти до нее. Мне в первой-то уже пизды дают. Просто потому, что ты налетаешь на комбо. Ждать, пока часть здоровья ему клоны снимут. Ну, блин. Возможно, вечно так бегать вокруг него. Да, урод, а? Ты смотри, какая падла. Все, валить надо. Еще немножко, он бы меня зацепил. Бля, вот просто не дает времени даже отхилиться. Сошел с рельс. Сошел быстрее, чем с одной, но никогда не жадничал. Я стараюсь передачить. Пока не получается, в этом проблема. стрелять. Просто подбегает к нулевой стамины. Это надо контролировать вообще очень четко. Да, и полетел он, короче, забивать просто. Пиздец. Очень мало времени на первой фазе дают его полупить. Прямо вот секунды какие-то. То есть ты можешь тупо подойти ему, дать пару раз и все. Сейчас, по-моему, они все, да, против меня? Не, вот смотри-ка. Отвлекся. Все, хорош. Уходим. Все, его клон замудохал. Лютый мужик. Так, пропускаем. Я вот даже так сделаю, на всякий случай. Я не дотягиваюсь до него. Саша, на второй фазе беги, когда он делает вертуху, тогда сразу к нему бей. Блять, почему персонаж прыгает? Че за хрень? Твою мать, да это хилится, урод. Падла какая, а? Ничего не дает сделать. Серьезно? Тихо, ну куда ты полетел? Блять, я запутался. Да, это иди хоть немножко. Вот так хотя бы. Пару подач ему осталось. Правую сторону. Все, заебись. Это было сложно. Я его, короче, в общей сложности, но уже полчаса ковырял. И в прошлый раз я его, короче, ковырял где-то минут 40. То есть полтора часа, короче, это падла мне обошлось. Жестко. Душа волчьей крови и так далее. Ладно. Осудить послание. Макс Ланг. ГГ. Что за осудить послание? А, понятно. Понятно, что за осудить послание. Так, ну давай обратно оденемся. Вот в этот сет Падшего рыцаря. Че, я зря качался, что ли, для него? Ух. Лютый мужик, конечно. Сложность вот именно в постоянном прессинге. Он тебя долбит. Не дает просто отойти. Давай, наверное, чтобы вернемся в храм. Потому что сейчас же дальше локация пойдет. А хули нет, бля, хули нет, бля. А хули нет, бля, хули нет, бля. А хули нет, бля, хули нет. С нагибом. Спасибо, Серега, за поддержку. У меня что-то того чувака руки все спотели, блядь. Крови попил достаточно. Потом же еще будет веселее, ребята. Это по-любому. Мне на левел маленько не хватает. Так. Я вот что хочу попробовать. С этими штучками побегать. Я их закачал на плюс 3, по-моему, или плюс 2, я не помню. А, я тебя знаю, сколько воды утекло. Я просто заглянул узнать, как у нее дела. И чем вы занимаетесь в этом цирке? Помойка полная трясущихся стариков и выродков. Лучше быть не может. Она идеально сюда подходит. Это за мужик вообще? Сошёс реф. Я вспомнил. Туда шапози деревяную дубинку и разберешь зачем, особенно на большие скелете. Но прокачи дубинку до плюс 3. Послушай меня, не будешь страдать. Тут дал сошёс реф. Дубинки, где забрал на кладбище. Я так понимаю, ты хотел написать тут дальше, бери деревянную дубинку и разберешь, зачем особенно на большие скелеты. Сейчас подожди, блять, надо перевести. Короче, видимо, на больших скелетах ты предлагаешь дубинку использовать, докачать ее до 3. Дубинки, которые забрал на кладбище. Я не помню, что я на кладбище забирал. Сошёс реф. Вот у меня, короче, есть, во-первых, вот таких 2 меча, которых хотелось бы в действии попробовать. Есть еще у меня, что там, грубый фламбер. А чья тут нет мечей в 2 руки? Вот, есть. И рильский. А, они в руках. Ретильский меч. В принципе, я не знаю. Давай, наверное, просто по старинке побегаю с большой двуручкой. Сошёс реф. Там посмотрим. Братан, после удара за дубинку ткелети падает на землю и убиваешь Нейзи. Какую дубинку? Вот скажи мне, что за дубинка? У меня вот это вот единственная дубинка. Дубина, вот прям написано. Дубина. И вот это вот крепкая дубина. Самеч не можно сделать, как делает дубинку. Меч не можно сделать, как делает дубинку. Я так понимаю, ты имел в виду прокачать меч не так можно, как дубинку. Вот это вот еще даранские молоты. Да хер знает, короче, давай просто двуручкой побегаю и все. Ну, сначала вот и попробую, ребят. Можно и собольшая. Ну вот, собольшое я попробую. Это я еще хотел. А, подожди. Забей на дубинку, ментов нет. Вали чистить подземелье. Так вот, да, сейчас у нас что, катакомбы. Надо вот туда, к мужику подойти, и, по-моему, пепел, который ты получаешь с этого урода. Какой она. Просто тести и сам разберешь, убей по не один скелет. Да, посмотрим. Надо до этих скелетов вообще дойти. Но большой скелет. Надо до скелетов до этих дойти для начала. Сейчас попробуем, что вот эти вот за мечи. Смотрел то, что их тоже качают, короче, и вроде как неплохое оружие выходит. Только их надо хорошенько прокачать. А, вот и ты, как и должно быть. Но так у тебя есть до меня оскверненные души? Душа какая-то есть. Но, по-моему, нужен какой-то вроде меч. О. Мр.тостер. Я так понимаю, я все проспал. Ну да, мужика ты проспал, короче, ну вот этих хранителей бездны. Короче, вот оружие с кинжалом, который было у этого босса, его типа можно взять. Но оно, по-моему, не очень. Меч волчьего рыцаря. Но он такое себе. К тому же у меня ловки на него не хватает. Ладно, пока, короче, мы эту душу волчьей крови... Ты проспал разминку. Ща движ сам и пойдет. Короче, ладно, мы пока не будем ничего, душа вот этого волка никак использовать. Мы пока просто побегаем и поизучаем новую локу. Главное 20 душ не просрать, и так будет нормас. Так, хранители бездны. Нам сюда. Серега за игрушку проходил более 30 раз, не знаю, какое отслыко проходит соса, какое оружие. Ну вот, чтобы оружие подходящее найти, это надо как бы смотреть, какое тебе нравится. Потому что сколько видосов я не смотрел. Кто с чем бегает, кто топор хватает, кто двойные мечи, кто с двуручкой, так что... По-моему, тут на вкус и цвет. Просто если тебе нравится мувсет, нравится мувсет оружия, то почему бы и да. Впереди супруг. Муж жены какой-то? Че за хрень? Я тут иногда поражаюсь просто с этими посланиями. Катакомбы Картуса. Или Картуса. Время пришло атаковать в прыжке. Кого атаковать-то? Есть тут кто-нибудь? Вон там душа какая-то. Серега-зе. Сашу Сырев супер, но подсказывать тоже не всегда интересно. Пусть страдает его ответственность. Угу. Один скелет много подачи занимает. Ну потому что еще они не прокачаны. Братан, имею в виду, только для идти в скелете нужно сырье. А на другие локации беги как бегают. Для этих скелетов нужно особое оружие. А на другие локации беги как тебе угодно. Ну, мы будем исходить то, что хотя бы прокачано. Давай так. Потому что я сейчас начну дубинку качать. В итоге у меня будет ни то, ни другое, ни третье не прокачано. Ресурсы потому что тоже ограничены. 30 раз игру я не собираюсь проходить, чтобы все мечи заюзать. Поэтому давай сходить то, из чего уже. То, что уже, так сказать, получено. Бля, слушай, а можно и так, и так. Вообще, по идее, сюда можно треснуться, но... А мне это даст? Ладно, давай поаккуратненько. Аккуратненько будем проходить, не деформируясь, так сказать. Попробуем вот так вот этих ребят. Сошел с ним. Дубинку и прокачку можно только попробуй. Твою мать, вот урод. Сошел с рек. Если не нравится, юзи сразу с кинетари или другой. Ну и пизда мне. Серега-зе. Ссылка. Стера, ты сегодня на подзарядке к празднику? Или сухомятка? Тостер, наверное, тоже забыл, потому что сегодня Новый год. Старый Новый год. Так, я просрал 25 косарей душ. 20 тысяч. Из одного урода. Надо их выковыривать. Серега-зе. Со скелетом план был хорош. Ну вот два удара. Скимитаров мне понадобилось 5. Юзи большая дубинку по не раз тестили. Мне нужно душу забрать. Причем с ним на мосту биться что-то вообще не вариант. Его надо сюда выманивать. mr.toster. Я сегодня полдня бегал то в одну контору, то другую насчет работы. mr.toster. Про праздник ночи из головы вылетел. Сошел с лет. Маленький скелет и мясину большие жестки будет. Ну, уже получше. Кулак титанита. По-моему, мне еще парочку собрать, и можно еще скимитары прокачать. Ну, вот эти вот, короче, двойные мечи. Но они мне не дают пока дубинку достать, и не вылезает. А сейчас меня быстрее пиздюлят, ёпты, пока я тут в инвентаре копаюсь. У нас же, блядь, ебучая игра не ставится на паузу. Стерика. Удачно. Кстати, да, чё там, как ты сходил-то, нормас? Сошел с рев. Справа после костра есть спуск. Крепкая дубина. Ты вот это предлагал? Давай попробуем, вон там как раз один скелет есть. Ну так, да, она занимает у меня 2 удара. Привычнее мне все-таки пока с этим чуваком бегать, Ламбергом. Сошел с рек, да крепкая дубинку. Я подставил ее, не очень. Также 2 удара по скелетам приходится мочить. mr.toaster. Будем посмотреть в течение недели, может меньше. А ты куда хотел устроиться, да, Тостер? Сошел с рек, но когда скелет упал на землю, секунд тогда бег. Так зачем мне вот этот вот Ламберг вполне нормально устраивает, он 2 удара также занимает. Надо выжидать вот это вот, зачем мне эти танцы с бубном. Подошел, долбанул и хорош. Дубина не прокачана, Ламберг прокачан. Не, ну если, конечно, ее прокачать, то может быть она как бы зайдет. А так пока... Брат, они маленькие скелеты, а тести на большие бей со 2 рук. Я посмотрю. Твою мать. Еле вернулся. Куда-то бегу, пока вообще не знаю куда. Ну там что-то есть. Давай заберем. Тушенку подобрал. Да, тут реальная катакомба. Большая. Ну-ка опять. Серегазе, фига ты везунчик с ловушкой. Лотерею не покупаешь. Кстати, я никогда в жизни не брал лотерею. Ну давай, 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 стамина. Сучонок прыгает вокруг меня. Сошел срез. Стена тут есть. Пизду. Короче, я буду играть как мне удобно. Ставить щит, когда мне удобно. И брать в 2 руки, когда мне удобно. Я только что проебал именно поэтому. Блок и спецстрой это подрядка у цепелинов. А. Ну так и чё там, а кем именно-то? А уже, блин, профессии-то типа до хрена. Еще один? Должен быть. Где он? Я слышу, что он где-то собирается, по-моему. Хер знает, куда он ушел. Ладно. Давай этого выманять. Сошел с рек. Братан, я страдал и узнал тактику и не погибал никогда. Большие скелеты говно будет, если бьешься дубину. mr.toaster. В ГОК пока не решили, а в подрядку это гайки крутить. Тоже, короче, с слесарем. Короче, я пока играю от щита, потому что мне так тупо удобно. Серегазе, я на Новый год взял с 10 билетов лота на штуку. Думал, раздам гостям. Короче, забыл раздать и выигрыш себе на 100 рублей. Сколько выиграть? 100 рублей? Нахренеть. На пачку чипсов хватит. Наточенный самоцвет. Неплохо. Самоцветы, естественно, пригодятся. Так, у нас тут, по-моему, никого... А, вот здесь 2. mr.toaster. Для этого я обогатился. Он вроде замах жесткий был. Как будто пиздануть меня хотел. Ну, конечно, он хотел меня пиздануть. Только не успел. Серега, да ты. Ну вот так глядишь, еще 10 косарей потратишь, 1000 выиграешь. Тоже неплохо. Профит, ёпта. Ну это лотерея, что ты хотел, в принципе. Ага, вот здесь он мне отсюда стрелял. Ладно. По порядку будем изучать локации. Походу тут все волшебно. А у меня еще дух 20-ка на полу валяется. Если меня сейчас эта гнида убьет, я пролетаю. mr.toaster. 1К10 нормальный у них курс. Так вот. Бешеный вообще. Все, хилимся. Его надо возле стенки где-то лупить. Но еще. Подох. Нормас. Осколок титанита есть. Так-то бы не мешало сходить, прокачаться, пока я не угробил еще. Понятно. К этому после подойдем. Угу. Ну вот эти ребята самые бешеные пока. Просто каждые 2 шага тебя валят. Потому что они прыгают далеко, и ты лупишь, и они тебя в стамину сшибают, ты тут же, блин, добиваешь их, и все. Не, нахрен, сейчас я душу забираю, лучше назад вернуться. Неохота 20-ку терять. Сошел сред. Дай. Ну а чё мне, не с прокачанной дубиной бегать? Без щита, допустим. Нет, давай-ка, я буду страдать, короче. Сзади. Мужчина, иди-ка сюда. Смотри, как за них титанит наваливает прямо пачками. Так. Я лучше вон там с ними драться буду. Сошел срев. Сказал тебе только большие скелеты бей с дубину, а на маленькие меняю на меч. Где проблем? Ай, нигде проблем. Проблема просто выучить движение мобов. Где-то тут еще один. Он отсюда не выходил. Блять, это фантома. Он сверху, да, долбанул? У меня тут в сердце немножко стрела торчит. Сошел с редко. Раз удар и скелет на землю будет, и да убиваешь. Так вот сюда, короче, спускаемся. Блять, я про эту хрень забыл. Странная ловушка, ну вот просто никогда их не стояло на тебе. И да такая, конечно, молодец. Еще и встанет, короче, этих чуваков. Картусский хотел. Осколок титанита. Слушай, ну с такой скоростью, как мне титанит наваливают. Сейчас вообще есть резон клинки пойти прокачать. Как этого пидора бы замочить, конечно. Да, глупая была идея. У меня прям во лбу стрела торчит. Надо морковку повесить, короче. Чтоб как и шаг вперед сдавать. Так, а нам больше никто тут атаковать-то не будет? Вроде не должно. Не, я сначала душу заберу. Сошел с рев. Бэкстеп. МР. Меха глаз прям попал. Да. Эти сволочи никогда не помоги. Сошел с рев. Блять. Пизда вообще. Пока одного убиваешь, тебе второй приходит, мочит и пиздец. Надо выманивать того, кто в зал. Пизда, даже душу забрать не дают. Ну, тут просто надо учить каждого моба, где он находится. И... ну, уже, в принципе, более-менее с поведением их понятно. Сейчас просто надо, короче, все это дело выдрачивать. Когда запомню расположение мобов, тогда проще было. Пять титанит. Хуя. Щедро, щедро. Назад. Борман, привет со старым Новым годом. Здорово, Борман. Я тоже. Ива, да ты не упади, смотри. МР. Тостер. Место для фарма. Вперед. Да ну ты чё, какое тут место для фарма? Они тут вообще понты за них дают. Надо фармить, когда у тебя что-то за моба хотя бы 1,5-2 давали. Мне сейчас, чтобы левел прокачать, надо где-то 21 000 душ. Ну-то прикинь, сколько надо. Набегать. Так, помним про ловушечку. Я полечусь. Кстати, а вот отсюда. МР. Тостер. Титанит. Блять, тут их двое. Видите, все равно титанит, вот эти осколки маленькие, то что падают, он все равно качает максимум до плюс 3 пушку ты можешь заточить. А потом уже типа надо большие осколки титанита. Так что все, тут особо ты не нафармишь. Что ты можешь прокачать все вот свои пушки там до плюс 3, а толку-то от этого? Он добавляется где-нибудь там по 50, по 20 плюс к урону и все. Так, давай, обходим вот это дело. Ну, тут какой-то этот... Лава бегал, блин. В принципе, вот этого чувака, если тут память ударами, то он как бы нормально проходится. Сошел с рев. Запомни, когда убил скелет и души не упали, то он возродится. Это надо наблюдать за этим делом. Не хватает стаминки добить вот этих ребят. Так, что дают? 5 осколок титанита. Вот этого клоуна надо выманивать сюда, потому что там они вдвоем нападут. Ой, да. Блин, я даже не смогу этот ник прочитать. Спасибо за набор букв. Винта. Куда он исчез? Серега, мои старые, кстати, у вас там сейчас на севере. Заказал окуней соленых, грибов да ягод. Рыба то имеется в продаже. Говорят, жара, плюс 5. Сошел с рев. До лучнику есть путь, стена разбей. Подожди. Хрен бы с лучником. Мне бы душу забрать, хотя... Какая именно стена? Надо знать. Нет, по-моему, не это. Рыба-то у нас имеется в продаже, но... Ну не жара у нас плюс 5. Сейчас, по-моему, на улице у нас минус 3. Угу, там дорога к лучнику. Я понял. Книга пиромантии Картус. Или Картуса. Нормально, я уже привык этих лупить скелетов мелких. Два удара, он холодный. Хотя они и были холодные. Надо душу вытаскивать свои. По-моему, грибов и ягод и Серега что-то поздновато решил заказать. По-моему, типа не сезон. Мр.тостер. Ну сегодня тепло, но вот вчера и позавчера ветер был. Ну, был, да. Он периодически то бывает ледяной. Все, тут хотя бы мне с ним поудобнее драться. Вот и все. Опять осколок титанита. Так, сначала выбегаем, берем душ, а потом уже выбегаем обратно. Сейчас он, по идее, должен ко мне приползти, этот чувак. И чё? Он, видимо, только из-под тишка вылетает. Урод блядский. Жена требует морожку. Не помню, чтобы она у нас там водилась. Да ладно. Ты чё? На севере морожка. Это, типа, одна из самых редких ягод. Причем она только на севере и водится. Впереди предмет. Еще осколок титанита. Не, ну тут гадалки не ходи. Надо или костер искать, либо возвращаться назад. Причем записочки-то желательно, конечно, читать, хоть они глупые. Угу. Вот, короче, где я оказался. Все понятно. Я поднялся отсюда просто назад. Не, ну давай вернемся. Неохота еще. 28 тысяч можно просто вот как на раз-два простать. Морожка есть, но тоже от сезона к сезону. Морожку у нас собирают, по-моему, что-то август, сентябрь, по-моему. По-моему, август. Типа начало, она там какое-то вообще непродолжительное время. Когда ее можно собрать. mr.toaster. В этом году, не помню, много было или нет. Ну, морожку, типа, когда собираешь, ты просто пока домой ее несешь, короче, у тебя уже пол ведра нету. Все. Усушка, утроска, как говорится. Поэтому, ну и, кстати, она и дорого стоит, банка варенья морожкового. Так, давай, пока бабки есть, короче, мы качаем клинки. Ре-ре-рен. Вот и народ. А еще можно? Да, еще можно. Вот, теперь большой осколок титанита он требует. И тут, короче, типа надо в следующий раз решать, когда у меня наберется большие осколки титанита. Стоит прокачивать большую пушку. Или маленькие. Вот так. В принципе, этих ребят вот можно еще таким образом заточить, но я решил пока не тратить, короче, камушки. Пока вот я полноценно не начну ими пользоваться. mr.toaster. Ягода мягкая. Так вот, поэтому там она вся приминается, и ничего не остается, чтобы пожрать. Так, утетки, у нас что тут, брать-то нечего, по идее, да? У нее появился вот этот шлем босса, которого я валил. Где он нежить? Ну, он такой себе. Ну, просто чисто визуал, короче. Тут, по идее, в принципе, вся броня, это практически вся визуал голема. Да, поднимаем левел, короче. Че, сила, да, по-моему? Как обычно. Короче, силу до 40 докачиваю, и потом перейдем на жизнь. На жизнь, да, ловкость. Ра-ра-ран. Нам сюда. В катакомбах у нас будет, по-моему, этот, как его, здоровый такой скелет, короче. Ему нужно эти браслеты отшибать по чуть-чуть. Сошёс рев. После двери иди справа. А какой именно двери ты имеешь в виду? Причем я выходил вон там. Я выходил, по-моему, вон там. Да, тут как раз скелет ходит. Это опять же надо. mr.toaster. Но если на болоте набрел на нее мутли доблеватый авесса. Говорю на опыте. Сошел с рельса. Да, тут серьезно, походу, можно титанит фармить. Сошел с рельса. Там спуск и короткий путь. Шорткат. Нет, я хочу прямо вот здесь и все пройти, чтобы все изучить, чтобы у меня нормально это все в голове сложилось. Так локация выглядит. Шорткаты, конечно, это дело хорошо. Дело хорошее, когда ты локации знаешь. Тостер, насчет болота, да, в принципе, если ты на нее нарвался, на морожку, то ее можно обожраться. Поэтому, ну, как бы, такая ягода, которую надо есть именно сразу же, как только ты ее собираешь. Кто домой будет нести ничего. Сошел с рек. Там на ресницу шарит. Ох, иди узнаешь. Бля, он бешеный какой скелет. Там на лестницу шарик будет. Я пока только одну лестницу встречал. Так, не забываем про ловушку. А потом получается у нас локация разделяется наверх и вниз. Mr. Тостер. Я вот поэтому и холоден к ней был опыт с бара. Я и сам-то уже не помню, когда последний раз морожку трескал. Я вообще, в принципе, не любитель за ягодами, за грибами ходить. Гонаксит как-то не по мне. Так, давай мы тогда, наверное, гаврика-то этого тоже бахнем, чтобы он не мешался просто. Мало ли. Сейчас стрелок явно тут не нужен. Откуда третий постоянно падает? Его даже не видно. Откуда-то сыпется, блин. То ли с потолка, хер его знает. Этого чела что-то довольно-таки сложно выманить. Я почему-то в него в прошлый раз стрелял, он исчез вообще. О, теперь полноценно бежит за мной. Еще, я думаю, надо бы мне подраздеться. Потому что мне... У меня перевес. Я прям удар делаю, у меня стамина почти вся слетает. Бэкстепчика. Сошел с риф. Он возрождается, как не понял, два раза в толпе скелеты убивается. Кто возрождается? Какой из них именно? По-моему, они тут все встают. Типа без разницы, сколько раз ты их завалил. Ну, в принципе, мне тут что? Они возрождаются, я качаюсь. Все нормально. Ну, душ собираю. Группа врагов. Угу. Понятно. Ну тут самое то, конечно, большим мечом их косить. Я вот только что-то хер знает, куда, в какую сторону-то идти. Наверх. Еще и, блин, в другую можно. Угу, это у нас NPC. Ну, нет, давай, короче, с ним потрещим. Впереди супруг. Ну ладно. О, здравствуй, какая удача. Здесь не проходил мой спутник Гораций. К своему стыду я попала в ловушку, и мы разделились. И с тех пор я не могу найти его. Ага. Нет, пока не видел. Да, понятно. Гораций храбрый рыцарь, но без сомнений может позаботиться о себе. Наверное, он меня сейчас ищет двойным усердием. Если он тебе попадется, пожалуйста, скажи ему, чтобы я в катакомбах. Разложу призмы, чтобы указать ему путь, как и всегда. Да светит пламя твой путь. Понятно? Да прибудет свой, с тобой сила, как говорится. Если тебе встретится та-та-та-тан. Угу. Все. Зациклена баба начинает трещать. О, ящерка. И Бля. Она улетела. И но дала мне мерцающий титанит, который мне поможет для прокачки. Все, по-моему, да? Тут брать больше нечего. Ладно. Теперь отсюда можно подняться наверх, посмотреть, что там. Если нет, тогда вот только сюда остается. По идее, оттуда я где-то должен выйти вон там. Андрей будет еще раз дальше, и тот лок, это деревянный мостик там наверху, запомнишь, что надо снова поговорить с Аней. Как попадется, так и потрещим. Да, тут большой меч самое то, потому что они, как правило, нападают не по одному, несколько человек сразу. Сошёл с рев. Её не заметишь легко, она там стоит во запутанное место. Да. Так, и все. Все, я тут, значит, был. Все, я у себя в голове, короче, сложил, как эта вся локация устроена. Теперь мы отсюда только сюда идем. Все остальное я обошел. Я так понимаю, там у нас лучники, да? Тихо, тихо, тихо. Мне надо увернуться от этого комка так быстро. Он будет еще кататься, интересно. Бля, вот это вот мне не нравится. Да, он будет походу туда-сюда кататься. Надо ворота открыть. Мужик. Тихо, хилимся. Ладно, больше пока не буду использовать. Надо ворота, по-моему, открыть, чтобы этот комок дальше укатился. И вот там, ребят, тихо, он сломался? Да, слушай, он сам развалился. Горячий осколок кости. Ну, ништяк, а вот... Сошёл с рев. Ах, а кто-то написал про шарик, да тебе ест скелет со шляпы, убей его и шарик распадется. Чё там? Он меня чем-то долбанул. Меня поплохело. Со всех сторон. Бэкстепчиком. Тихо, 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 тихо. Кто там? Надо как-то назад, короче, вернуться. Там что-то вкусного было на этой, как вам, на лестнице на большой. Сначала это дело забираем. Потом надо думать, короче, как эту решетку открыть. Уголь. Тоже неплохо. Слушай, ну в принципе тут бесполезных вещей в этой локации нет, я смотрю. Всякие титанитики тебе дают, всякие косточки там. Неплохо. Правда и нагружает мобами, конечно, от души. Но ничего. Сошел с рев. Костер на 300 метров, но я думаю, не попадешь до костра. Осторожно, призрак. Только так, походу, да, от них можно уходить. Ай-ай-ай-ай. Я тут нашумел чуть-чуть. Молочное кольцо Картуса. Ну или Картуса. Это за кольцо вообще. Немного повышает ловкость и скрывает при перекатах. Ну. Давай попробуем, что это за кольцо такое. Угу. Короче, я в инвиз ухожу, когда перекатываюсь. Я не думаю, что прям меня так все будут не видеть. Скорее всего, это для меня невидимость. Смотри на землю, ловушка есть. Да, они не могут не быть. Ловушки есть. Я вообще костер ищу. Понятно. Как? Ага, вон, теперь я заметил ее. Так, давай-ка мы этому товарищу бэкстепа попробуем бахнуть. То они, сука, лютые. Не получится особо ему треснуть. Но зато я там улетела. Там еще и второй. Их же не было этого. Ляз домец какой. Короче, вот эти вот ребята, они очень хорошо помогают. Лупишь одного, улетает от второго вот этими призраками или чем он там швыряется. Снова титанит. Тут обтитаниться можно просто. Ага. И все, короче. Бля, я не помню, у меня еще какие-то ходы были, нет? Так, отсюда получается... Да, и все, а там уже костер. Заветный. Там ты проблема. Сошел с рев. Смотри во другую сторону. Так все уже. Мне тут некуда больше идти. Сошел с рев. Там скелет со шляп, убей его со лука. Ну, окей. Что это дает? Что-то же поменялось. Ничего вроде не поменялось. Ну все, тут больше скелетов никаких я не вижу. Бля, сюда бы перейти было бы замечательно. Но персонаж у нас не умеет прыгать. И тот скелет контролирует шарик. То есть будет еще один шарик, да? Что ж, понятно. Я вот не знаю, только падать вниз или пытаться перепрыгнуть это дело. Если это вообще возможно. Вообще, по идее, возможно. Но я скорее упаду. Ладно. Сошел с рев. Не падай. Там крысы. Я не знаю. А, подожди. Сошел с рев. Иди дальше, там слева костер. Я вообще этот проход почему-то не заметил. Ну, потому что мне здесь замес устроили. Вот я его и не заметил. Сошел с рев. Там будешь, изнизу есть пут. Я не знаю, что такое пут. Серегаза. Крысы. Наши все. Так, ну давай, давай. По очереди. Этих ребят надо по очереди вырубать. сука, мне кровотечение еще наложил, ублюдок. О, блюдок, мать твоя. Это до свидания. 2 фляги осталось. Большой осколок титанита. МР.тостер. +1. Большой осколок титанита. Угу. Тут ловушка. Ну, нормально, чисто их на этом, как на мужика заколбасить их, как нихер вообще. А за них большой осколок дают, который поможет качнуть оружие потом. Серега-З. Ссылка. Стерч его намутить сегодня. Чего-то хочется, а не знаю. И хочется, и Коля здесь, как говорится. Закажи себе какой-нибудь еды. Посиди, прибухни. А? Вот эта вот хрень поняла точное слово шароебица. Еще большой осколок. Она назад будет возвращаться? Ага, вот костер. Лава перекат. МР.тостер. Тебе что, не наработку? Все, наверное, даже лучше и посидеть. Серега-З, а у тебя стрим до 12 будет? Почему до 12-то? Где-то в 23:30, 21:30 где-то так закончу. Примерно. Так. Давай-ка мы, наверное, слетаем обратно к храм и качнем оружие. Серега-З, ссылка. Стир на работу перечень. Но я за эти 2 дня уработался. Главное не перерабатывать, а то мало ли что. Какое-нибудь искривление позвоночника начнется или еще что-нибудь. Сошел с рев. Посидел, но шарику возродил. Да и ладно, вернемся от этого шарику. Я вот думаю, что, фламберг качать или двойные мечи? Не знаю, как-то с фламбергом попривычнее. Бля, и хочется, и Коля здесь, короче, точно. А, ладно, была не была. Грубый фламберг +5, короче. Потом, если чё, в принципе. Сошел с рев. Тикер скелет со шляпу жив, и шарик будет кататься назад и вперед. Да, доберемся. Но с 2 флягами бегать по такой здоровой локации не вижу тоже смысла. Качает очень. Ну, я мог одновременно либо эти какого, либо большой прокачать, либо мелких 2. Это те, на которые при выборе не садишься. В смысле, Коля. Это комбо Картус. Да, мне сюда. В принципе, я так понимаю, то, что если здесь побегать, то можно и большой титанит тут пофармить. Вот с этих вот Сошос бешеных. Со фламбиру прохожу сейчас и буду с Анева до концу бегать. Он топовый забейно с кемитари. Ну вот я, наверное, такого же примерно мнения. Так, он пролетает мимо. Сейчас вернемся. Назад. Это, конечно, опасно. Просто осколок. Тоже осколок просто. Сейчас вернемся назад, короче, чтобы долбануть вот этого мужика. А тихо, не сюда. Вот сюда. Сошел сред. Больше из этих скелетов не пробуду. Ну что, не слышу? Так, подожди. Нет, тут атаковать закончат на постоянной основе. Блять. В любом случае сюда идти. В любом случае придется сейчас уже возвращаться. Постоянно тебя лупят, поэтому далеко уйти не можешь. МР.тост. Фламберг. Фламберги – меч с характерным клинком волнистой формы. Так называемый пламенеющий клинок. Я так и думал, что название от формы ему дали. Ну, он неплохо, единственное, что он сильно стамину у тебя высасывает. Сошел срез. Передашь это в мужчине с лестницу и будешь до скелету со шляпку. МР.тост. Познавательная минута. Серега, мне меч напоминает кухонный для хлеба. Как она, блин, называется? С секатором, по-моему. Не, не секатор. Как-то она называется. Я забыл, но у меня такой нож есть. Плюс этого меча то, что он длинный, как бы. Я ношу его в одной руке и могу много до кого дотянуться. И для него витамины надо много. Да, серейтер. Да, вот эта хрень называется серейтер. Где этот чувак-то стоящий? Вон он. Можно, конечно, было бы потихонечку других ребят подрихтовать. Вон там тоже, видишь, двое ходят. Ну да ладно. Угу. Сошел сред. Во голову стреляет. Да ладно, и так сойдет. Так. Вниз, короче говоря, наверное, падать пока рановато. Давай здесь осмотрим, куда вот шарик этот укатился. А он у нас... Нет, не сюда. Вот он сюда укатился. По-моему, он уже давно разломался еще к тому же, потому что я его не слышу. Серега, серейторное лезвие. Google помог. Вот, я теперь оказался внизу. А вон там у нас как раз обрыв вот этот. Крысюки, которые накладывают у нас кровотечение. Давай-ка мы вот так сделаем. Ну, чтобы на всякий. А мне тут еще бы крови не хватало и зайти. Нормас, 3 подачи, крыса дохла. Сошел сред. Тут лестницу наверх. Угу. Сокращение пути, я так понимаю, да? Вот только хер знает, в какую сторону бежать. Темный самоцвет. ну давай, короче, вот по идее она вот здесь должна у нас закончиться. Тут у нас колесами, чуваки. Кто? Кто лупит? А, это пятый. Но они довольно-таки жирные, кстати. Они в подвале забыли. А тут еще крабы были в этом, в лесу. Там на синем. Не трепещет, это сильно. Сошел с рев. Не ходи колеса, там тупик. Ну, если там тупик, значит хорошо, я его хотя бы проверю. Для себя. Нужно понимать, как устроена локация. Короче, тут крабы уже второй раз встречаются. Причем до этого крабы были здоровенные, раза в 4 меня больше. А с ними что-то я так и не смог их завалить. Я их отбегал. Серегаза, крабы рамы в лесу. Мне больше дерева с яйцами понравилось. Ты ж его убил. Да. Это, по-моему, второй или третий босс. По-моему, третий. Серегаза, теми крабов мы тогда раскрыли. Мы с этим деревом как два боксера разошлись. Попадать друг другу сунули и подохли оба. Но мне победу засчитали. Чит-колесо. Ништяк, стопудово херня. Так, да, вот. Получается... Бля. Дерьмо сыпется вечно. Сошел с рек. Слизни боятся огня. Зато всегда учить, где надо, есть любой миг. Заточен на огонь и не нужно много качать его, только до плюс 2 или плюс 3, катану примерно. Но у меня ни одного оружия такого прокачанного нету на огонь. Кровавое кольцо какое-то. А давай, наверное, замочим. Раз уж они упали тут. Потом кольцо посмотрю, что за кольцо упало. По 44 дают, такая херня вообще. Так, кровавое кольцо Картуса увеличивает неуязвимость при перекатах ценой защиты. Не совсем понятно, ценой защиты чего? Типа я урон получаю, что ли? Но уязвимость у меня типа во время переката появляется. Попробуй. А вдруг? Так, ну и все, тут тупик. Я не знаю, я думал то, что я упаду как раз там, где у нас костер начинается. Ну фигня так фигня. Давай тогда, короче, кровотечение поставим. Самое оптимальное, я смотрю, в последнее время что-то кровотечение часто появляется. Серегаза. Наверное, вес добавляет, что делает короткие прыжки, но делает неуязвимость. Не, по весу она меньше типа килограмма, там, ну как и все кольца весят. Тут фишка-то не в этом. Крысики драные. Так, и тут еще один проход. Чтобы куда что? Ага. А вот там, да, короче, ты говорил то, что деревянный мост. Там где-то надо с чуваком поговорить. Давай до конца здесь дойдем. Сошел с рек. Самечный огонь слизни убивается со 2 ударов. Ну, конкретно для слизни я уж не буду качать меч для этого. Обойдусь. Я так понимаю, эти сведения у меня будут встречаться еще только, блин, максимум в этой локации. Скол титанита, уголь, кукри. Кукри. Бля, еще проход. Проходы. Блин. Я так понимаю, это проход у нас к боссу. Бля, и там ящерка заманчива. Ну ладно. Попробуем догнать ее. Стой, стой, сучка мелкая. Готов. Огненный. Я пока туда не пойду. А то там какой-то дядька воинствующий стоит. Так, давай смотрим самый первый проход. Что он нам дает? Стой. Впереди призрачная стена. Вот тут? Нет. Сошел срев. Братан, у тебе будет кучу маленькие титаните. Меч на огонь не нужно качать много, но он очень понадобится и дальше локации. Сошел срев. Вставай, вставай, мужик. Блять. Короче, я как раз с той половины появился. Ну, вставай, блять. Я, короче, появился с той половины, где мужик в кепке ты стоял. Я понял. Ладно, как понадобится, так качну. Мне сейчас надо душу вытащить. Просто прыгает флаг какой-то, я не знаю. Сошел, наступи ловушку, тут его другую сторону убиваешь, там 2 скелетов. МР. Фарм титанита продолжается. Да. Слышится моздай, короче говоря. Так, пока шарик тут меня дрочит. Бля, где я поднимался-то? Вот тут, по-моему. Призрачная стена, но я, которую я так и не нашел. Да, и тут народу хватает. Уже. Так, давай сначала душу. Ну их нахер. В принципе. Хотя нет. Надо эту гниду заебенить. Много. Махаю много. Лишних ударов. Скоро, спасибо за донейшн. Скоро. Thank you for donation. Смерть не повод нарушать присягу. Сошел срев. Во соседство есть тайная стена, там такое летит стена. Смерть не повод нарушать сиськоверт. Спасибо, Серега, за поддержку. А, осколок титанита, вся херня. Во соседство есть тайная стена, там... Такая лестница, и наверх будешь безопасен. Я так понимаю, вот здесь есть какая-то стена, раз тут написано то, что она тут призрачная. И типа, если по ней долбануть, то она должна опуститься. Вот эта стена. Подожди, нет, я отсюда пришел. давай искать. Снова эта гнида бешеная. mr.f. Русский язык предел. Без обид. Серега Зайц. Я уже и забыл про нашу чит. Саша, маленько. Блять. Чика с рукавами уже маленько плесенью покрылась. Еще титанит. Надо где-то лестницу искать. А у меня и фляжки заканчиваются. Пепел хранителя могил. Но его надо куда-то в храме огня отдавать. Так, еще один спуск. Вот это призрачная стена. Ну нахрена она мне нужна? Бля, вот бэкстейп штука прикольная. Я во время нанесения этого удара я хотя бы неуязвимый. Так. Значит, эта хрень, она идет по кругу. Зачем? Серега З. Морда у перса. Чистый титанет. Лютый анимишник. Да. Я тут поржал, блин, сделал этого уродца. Ну, чтобы не так было стрёмно по еблищу получать. Ну, типа за дело, знаешь. Сашо Срев. До мостику есть рычаг. Блять, я вон уже наступил на какой-то рычаг. Пидорские ловушки, а. До мостика, говоришь? Ну, давай до мостику сходим. Это получается вот этот пролет. Крути беги за мост, пусть труби его, иначе будет сотни скелетов. Крути и беги сзади мостику и сруби его, иначе будет много скелетов. Понятно. Знать бы только, как его срубать. Ну тут я определенно, тут закрыто. А вон там мужик стоит, которого я видел. Надо типа дойти до него, потом свернуть направо, дойти до моста. Сашо, срез. Срез сделаешь. Я понимаю, что я срез сделаю, когда срублю мост, но знать бы, в какой точке Сашо, его рубить. А там наверху Андрей. Знать бы, в какой точке этот мост рубить. Справа, слева, сверху, может быть, даже и сбоку надо долбануть. Я попробую, если не получится, тогда мне труба. Это впереди будет. Когда выйдешь к мосту подвесному, быстро пробегай и в конце херач по парам, а тощие распухнут. Угу. То есть надо сначала его пересечь, этот мост. Но будет трудно поговорить с Аней за детей без скелета, много подарить. Слушай, этот пожирнее будет по ходу других. Хотя нормально, откис, как и обычно. Вот, пилюля желтых жуков. Я, кстати, пилюли какие-то собираю, что-то так их не жрал до сих пор. Подвесной мост изношен. Ну, вот тут как раз и говорят о том, что типа есть вариант по нему долбануть. Я так понимаю, надо, короче, чтобы ебло не опухло до конца, надо добежать вот до той точки и долбануть по двум опорам. Ну, видение, клад, но может быть это ловушка. Ага, понятно. Еще будет кто-нибудь вставать? Нет. Ловушка вот здесь, вон я кнопку вижу. Серега З. Все верно. П. Пилюля опять жуков. Ну давай, давай, попробуем изобразить это дело. Она тут открывается? А, вон, точняк. Я бы не заметил. Я бы не заметил этот рычаг в темноте. А тут, считай, этот дилдометр, он прям в стене прячется. Так, ну чё, побег Веры будет делать. Чё не рубится? А, получилось. И все? Может помочь атаковать. А Анри у нас по прямой, но вот тут еще какой-то вход есть. Но я уже думал, мне сейчас они мне чичу намандрючат. Там совсем недалеко мне оставалось. Там стоит сзади мостику и смотри наверх, слева увидишь Анри. Серегазе. Я его не вижу. Красавец. Сошел с рева, но потом прибежишь и подговпришься не от потом. Я вот Анри не вижу. Серегазе. Мост теперь как лестница работает. А, вот оно что. Семен Семенович. Зайдись. Так, а где у нас этот Анри-то может стоять? Да он что ли? Подожди. Вот там кто-то, наверху. Сошел с рев. Над голову тебе на. Анри этот прям над головой у меня? Серегазе. Только снизу, вроде. Над головой у меня тут никого нету, кроме сталактитов. От слова нахуй совсем. Вот здесь еще кто-то тусуется. Вон там, на прямой. На возвышенность. И как бы все. Да по-любому уже дальше не пойти. Только вперед, ни шагу назад, как говорится. По идее, я должен сейчас где-то выйти. Хотя... Серегазе, иди вперед. Наверное, там Анриал. Осторожно, ядовитый газ. Тогда, наверное, в тему... Сошел с рев. Мостик стал как лестницу внизу, огромную локацию. Тут газ пив. Я, короче, кольцо напялил от ядовитого укуса. Хер знает, может поможет. Сошел с рев. Ты увидел, я там наверху шоты. Ну, видеть-то я его увидел, а как добраться-то до него? Ты говоришь, над головой, нихера он там над головой. Метрах в 20 от меня. Сошел с рев. Тут бойс будет, коснись до чашу. Угу. Бля, может быть вниз просто сначала спуститься, там все типа обойти. Сошел с рев. Потом поговоришь с Пока. Угу. Бля, я не знаю, у меня опять фляжек. На босса сейчас пердолить, это, по-моему, самоубийство чистой воды. Сошел с рев. Из костра через срезу, где сделал, сразу к ней будешь бегать. Я понял. Тостер. Глянь, что там снизу. Я сейчас, короче, попробую на самом деле вниз спуститься, потом всякие чашки трогать буду. Впереди скелет. Серегазе. Сохрани, следи вниз. Потом босс. Да, внизу самое то, короче, надо сейчас пошакалить, пособирать всякую дичь. А потом, короче говоря, вернуться, поднять один левел и уже херачить к боссу с полными флягами и так далее. Вниз будет полубосс, но он очень жесткий. Ого, то что он очень жесткий. А, понятно. Сошёс рев. В угол там сундук, мимик, удар сундука и беги, мимик убивает демона. Как это мимик? Демона убивает. Так, ну-ка объясните, что за хрень? Серега, этого демонюга может убить мимик, который дальше него. Выпускаешь мимик и пробегаешь. Сошел с рельса. Там делаешь мимик в Сошел с рельса. Удар раз и беги назад на лестницу. Ты бежишь назад, откуда пришел. Мимик должен плюнуть на рогатого. Ага. А рогатый его не запердолит ли? Ну типа, просто сравнить мимика и сравнить демона этого. Бля, охуеть. Он какой-то суперудар долбанул. Гандон. Сошел с рев. Иди, Конри. Ой, я даже дорогу к нему увидел. А там сейчас сзади появится эти дохера скелетов. Так, здравствуй, мы опять встретились. Справа и наверх есть и узкая дорожка до рычага. Ясно, понятно. Я обыскала все сверху донизу, но безуспешно. Как показывает практика, рогатый наклоняется и получает по шарам. Гораций куда-то убежал, неужели я брошенный? О нет, какая ужасная мысль. Поговори, подай там вниз. Короче, ничего не говорит. Так, мне бы... Да, нормас. Бля, надо по-быстренькому рубить эти дела. Почему лап не сработал? Блядь, неужели? Ну пизда нахуй. Я просрал 20 косарей. Ебаный мозг, ну какого хуя он не долбился, я не знаю, короче. Я, блядь, стучал по этим ебучим веревкам, они просто не порвались. Так говно работает, я не знаю. Просрал 20 тысяч. Серега, мозг не сразу ломается. Так вот. Метров. Да, пизда, я тут себе и паровоз собрал, короче. Так не пойдет. Так не пойдет, это надо, короче, каждого моба нормально убивать, короче, чтобы нормально проходить. Я бегу, они за мной, они догоняют и захуяривают меня просто в любом моменте, где я остановлюсь. Блять, я еще не туда упал куда-то. Понятно, куда я упал хотя бы. Вот о чем я и говорил, то что надо локации изучать. Спасибо за донейшн. Thank you for donation. Замуж ты паровоз. Сбила угол шарик, назад уйдет. Спасибо, Серега, за поддержку. Давай еще раз вот так по мосту пробежимся. Все равно душу я просрал. Что? Они за мной теперь не пойдут, они там находятся. Все, давай так. Похер, я вроде добежал хотя бы. Сейчас хотя бы наша задача долбануть босса. Давай, 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 вставай. Просто он меня ёбнул, пока я вставал. Босс мне снес большую часть здоровья, а этот пидор меня добил своей клешней просто пока я вставал. Я ничего не мог сделать. Серега, а? Да вообще шикардос нахрен. Вот пиздец. Вот пиздец. Ты просто вылетаешь, блядь, из-за угла, и тебя захуяривают. Просто они спамят ударами, и ты ничего сделать не можешь. Это пизданулся. Обидно, конечно, что 20 штук просрал. Ну кто знал-то насчет мимика и этого Саша босса. Жди мало там до угол для Димон, тебе подойдет, тогда беги к сундуку. Надо еще определиться, как это сделать. Да блять, дайте пройти, ну ёб твою мать. Тут ловушка еще ебаная. Давай, 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 топи. Да еле бздит вообще. Война какая-то ебаная, просто все в мобах, все, блядь, катается, взрывается, пытается тебя завалить. Это пиздец. Дорога до босса охуенная, конечно. Сашо, срежь. Иди вперед, а не назад и сразу встречу. Так, ну уже хотя бы этот. Да, да, спидран. Хотя бы уже лучше получается мод разбивать. Спасибо на этом. Сейчас будем смотреть, как мимика цепануть так, чтобы, короче, меня босс не въебывал. Я не знаю. Ждать в углу, чтобы он ко мне подошел, но он, видишь, он меня стрелять сразу начинает. Типа, я чуть-чуть подождал. Дергаем мимика в обратку. Мне пока Саша, не очень понятно, как мимик. Малого угол для шарик назад покатался, тогда беги в ответ. Вот мимика он быстрее завалит, по-моему, чем мимик завалит босс. Блять, мимик вообще ко мне бежит. Серега, если мимик проиграет, а я ставлю на него. Добивай рогатого. Рогатый вообще, по-моему, ничего не получил. Никакого урона просто. Черный клинок. Да он ничего не получил. Клинок его ни разу не ударил, так что эта хуйня не работает. Так, Серега, побегай так, чтоб мимик на него согрелся. Да, давай, наверное, в принципе, мне терять нечего. Давай так попробуем его заебинить. Я понимаю, что он жжет. Сошёс рев. Скелете убивает тоже демона. Попробуем. Снова спидран. Серега, нет, у мимика шансов побольше. Я не знаю, почему мимик-то должен его убить, там босс какой здоровенный. А у мимика там здоровье-то, блядь, какое-то булькин нос. Пизда вообще. МР точка. Меч, что покажите? Да, хорошо. Меч глянем. Сейчас война закончится. Снова назад бежишь. А зачем вперед-то? Я не понимаю просто, что ты хочешь, куда вперед еще бежать. Я вот увидел одну дорогу до этого босса. Куда еще? Блять, я чуть не ебнулся. А, твою мать! Сошел срев. Иди там, где катается шарик, и жди малого угол шарик назад, а пиво перьет во срез. Так, Серега, в том твой прикол, что мимик запинывает его. Куча роликов на этот момент есть. Просто ловкость вправлен мимика на рогатого. А там, если шо, добьешь сам победитель. МР. Тост. Кстати, перед деревянным мостом направо можно. Он направо, по-моему, уже ходил. Все понятно. Если бы шарик мне не мешал, я уже понял, как быстрее пробегать. Блять. Каждая гнида просто их, блять, считает, что надо тебя куснуть за жопу. Направо тут этот, как его, там этот Анри тусуется. Я уже с ним поговорил. В принципе, ему больше не надо. Серега, этот шар, как проблемы накатывают. Так, быстрее. Да твою мать, блядь. Почему он не может спуститься? Че за хуйня? Просто так на кнопке не возникает. Чтобы нажать, и он начал спускаться. Это пиздос. Сошёс рек. Да ты знаешь, что за дикий вернется шарик. Зачем стоишь на пути шарику и бьешь? Так получилось, короче, ёбаный в рот. Я старался. Серега, ахаха, попка боль. Да, жопа будет страдать, походу. МР. Тост. Вышел из чата. Все, надеюсь, все довольны. Я ушел от шарика. Колобок меня не дернул. Даже элементарно просто проблема может быть стать в том, что ты не можешь спуститься с лестницы. а вот просто плюс к охуительному управлению. А где эта хуйня? Просто чтобы спускаться. Вот. Надо выжидать, короче, какое-то время. Тогда мост становится лестницей. Дебилизм полнейший вообще. Там на мостику жди, появится букву, тогда ты отступай к спуску. Так вот, это полнейший дебилизм. Почему мост не работает сначала, как должен работать? А с этим, да, мимика нету больше. Так-то так. Куда вышел? Так, ну и что тут есть вообще? Давай-ка мы наверх поднимемся. Пусть они там порубают его. Сошел с рек. Беги дальше, не дерись. Сошел с рек. Ой, я только сейчас проход к костру тому увидел. Я только сейчас проход увидел. Я за печеньки. Угу. Печенки это хорошо. Так, ну и все, он, по-моему. Нет, он еще не всех завалил. А давай-ка мы поможем, да, немного постреляем его. Перегазай. Ссылка. Стер, я тогда тоже сгоняю в магаз. В принципе, его же, на него же можно прыжком запрыгнуть как. Зачем убиваешь скелет, а не должен демон убить? Я не убивал скелетов. Блять, ну... А неплохо, я его почти зарубил. Половина ему не здоровья осталось. Ну вот половинка у него. Почти получилось. Надо, короче, его вот так вот ему дить потихонечку. Сошел срез. Да, я точно не убивал. Так, и давай сразу прям за шаром бежим. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ничего страшного. Сошел с рек. Сказал, тебе никто не бей. Беги сзади скелеты, там зажги костра, но не посяди. Я причем заметил проход только когда... поднялся на самый верх еще раз. До этого я ни хрена не заметил. Там вот из суматохи вообще ничего не понятно. А скелеты рубят со всех сторон нас. Ой, и крыса туда полетела. До свидания. Хреново, что мимик одноразовый. Марьям Пепова. Вой. Танк. Спасибо, Марьям, за набор букв. Так, да, мимика нет, определенно. Так, ну давай тогда так. У нас еще тут товарищ ваншотник его нет. Давай мы тут костер зажигаем. Ну все. В принципе, кто мешает, а так его подстрелять. Чё, кто там? Ну конечно, они же еще отстают у нас. Так, пока он не сдох, я не костер не буду зажигать. Зачем мне его отхиливать еще раз? Я не знаю, успею ли я отсюда выйти, если он в меня долбанет. Сошел с рек. Боже, мои зушки кострата, снова умрешь и сверлу надо бежать. Короче, его можно застрелить, правда это время займет. Зажги, но не посяди. Я сначала его убью. Так как он туповатый, сюда пролезть не может. Я сейчас его завалю, потом буду заниматься другими делами. Чуть-чуть. 2-3 раза попасть в него. Серегазай. Суп, стернет. Только оделся. Выхожу. А как же доставка, Серега? Уже все? Все, он подох. Теперь можно спокойно уже выходить, осматривать, что тут есть, допустим. Может, я что-то пропустил. Но, по крайней мере, он заваленный. О, тут еще даже последний из магикан остался. И всех, как говорится, война убила. Ну и все, отсюда уже можно... Слава, скелет. Отсюда уже можно топать на босса. Да, блядь. Не знаю, 8 фляжек. В принципе, если пробежаться, то игнорируя скелетов, то можно прямиком топать до босса. Как вариант. Повязка на глаза второго мудреца, кольцо ведьмы. Из мимику забрал клинок, его заточь на огонь, как сказал тебе. Кольцо ведьмы, что значит? Значительно усиливает пиромантию. Ну, я особо не пользуюсь. По-моему, это он, да? Ладно, потом. Почему-то он мне по статам, неловкости не хватает им пользоваться. Надо типа 2 уровня ловкости поднимать, чтобы он работал нормально. Возвращаемся к Фламбергу, чё. Ты гад на дура. Подожди. Чего очень похож на пути катану. Да, это, в принципе, та же самая катана, так она и есть. Просто она чуть-чуть, по-моему, пошустрее лупит. Сошел с рев. Потом даок. Когда идешь до козницу и качат ловкость, да. Тлеющее озеро. Подожди. Нет. Мне не надо на тлеющее озеро. Мне рановато в эту локацию. Надо туда к боссу. Карту трогать пошли. Будем боссом мудить. потом затока вниз. Сошел с рек. Тут хардовое будет. Я знаю, что там стрелять будут с этого, сверху откуда-то. Но это новая локация, нахрен мне лезть в новую локацию, надо сначала... Сошел с рек. Справа есть туннель, там горация стоит. Надо босса идти мочить. Потом все остальное. Зачем идти в новую локацию, если у тебя еще старая до конца не пройдена и босс не убит? Но уже гораздо ближе до босса бегать. Чем пачек, как говорится. Искаем чашку. Ставим на следующий стрим, потому что сейчас еще неизвестно, сколько я буду с этим боссом мочиться. Дава раздул, но и внизу снова не сможешь бежать. Этот босс мостик целый будет. Я вообще ничего не понял, что ты написал. Босс, походу, жесткий. Как-то он меня сваншотил вообще по-быстрому. Я даже не успел посмотреть, откуда мне прилетело. Но его, походу, нужно двумя руками мочить. Чё? Сошел с рев, то сам узнаешь. Да. Мост надо возвращать как-то. А в прошлый раз, получается, я не сидел на костре, у костра, поэтому... Ну, давай переместимся. Так-то похер, по большому счету. Он что-то сел, встал, тут непонятно, вещи какие-то. Так, да, вот отсюда. Ну, сейчас, в принципе, просто напролом лететь. Сошел с рев. Да бойсу в эту ман не надо попадать, яд и сразу смерть. Так, яд, говоришь, да? Ну, в принципе, единственное, что у меня от яда сейчас есть, это кольцо. Ну, зайдем в шарик, чё. Все равно попадает на меня. Сошел с рек, и кольца не поможет. Понятно, я услышал тебя. Когда без разницы, какое кольцо. Блять. Ёбаная пауза нахуй, а? Все, тут крыса не пролезет. Шлавочка у нас. Тогда по старинке пускай у меня будет... Что там? Кстати, немного повышает ловкость и скрывает переката. Не знаю, насколько она поможет, эффективно ли. Пускай будет, в принципе, без разницы сейчас какое кольцо. Большая криску не согрена, очень быстро бежит сзади тебя. Да ничего, я успеваю вроде. Надо все время коснуться, да, чаши? Я просто забегаю в облако, чтобы сдохнуть. Значит, надо ждать. Надо ждать, пока это облако пройдет, потом подбегать его и лупить. Я знаю, что его по браслетам надо мудохать, но как добраться до них? Точка просто. Как говорил Орёва, непонятно. Ну, непонятно. Да, разберем сейчас. Так, мудо хотел. Надо только найти, как у всех боссов, найти окошко. Сошел с рев. Босс лоперьет и бьет. Ты смотри, где руку не подходи сразу, да? Короче, ждем. Ну ладно, я сейчас просто хотя бы, в принципе, понаблюдаю за ним. Цель у меня только на его голову. Вот в это облако можно вставать или нет? Вот у него кошка. Скорее, сколько проблема не с боссом, а проблема с камерой. Просто не можешь за ним нормально его наблюдать. Его не видишь, отсюда геморрой. Давай-ка мы подлечимся. Его надо с другой стороны обходить. Сошел с рек. Если не срубил, то спрятайте босс, призовет кучу мобов и меч достать в ворот. Успел. Вот так вот. Теперь надо быстро этот браслет добивать. Блять, пизда. Только в облако попадаешь, все тебе труба. А будем попадать как-то, я не знаю. Но надо поочередно браслеты мочить. Короче, проблема это оказаться вот именно в его облаке, это ваншот. Значит, надо держаться всегда прямо возле выхода. Ну, типа того, да. Короче, видишь, там бот здоровенный, и игра пытается тебе и его показать, и тебя, и он сверху над тобой, как правило, оказывается. И отсюда вот это вот просто какофония, я не знаю, ну не какофония это называется, а просто вот этот беспредел в камеры, вот так вот летающий, ничего непонятное происходит, и где он находится, и что он делает, ты не видишь. Локация сама по себе не очень тоже большая. Так, точно. Нет. Он руку убирает. Значит, второй долбанет. Можно было бы разок ему долбануть туда, ну ладно. Окно. Нет. Ну вот теперь окно долго отстает. Топим на самый верх. А, в принципе, можно полечиться. Давай быстрее. Не захерачил. А я свое окно продул. Не вижу. Просто непонятно, с какой стороны прилетит. Долго, долго его убиваю. Пошли у нас эти уродцы. Не-не-не. Я просто не успею. Причем он их убивает. Он и меч достал. А нет, смотри, он их убивает. Очень много скелетов. А не совсем понятно, зачем я туда прибежал. Блядь, слишком много похилился. Так, ну попробую. Нет. Тороплюсь. Последний браслет. Так и хилка последняя. Да, и как облако, да? Ну, быстрее. Готов. По-моему, у него еще что-то осталось. Он сдох, нет? Он сдох. Вот такой вот босс. Упс. Но я его на петулечке вот так вот вытащил. В принципе, он мне разок бы долбанул, либо я что-нибудь неправильно бы сделал, я бы подох. Я себе такую же чашку хочу. Я понял. По-моему, это продолжение локации. Ну, в смысле... Я не знаю. То ли мне вперед, то ли мне туда. Как так? Душа Вальнира. Хорошо. Костер разжигаем. Лучше качнулся. Качнулся и, короче, этот, как он. Сошел с рек. Если не убил босс Дьякона, тут дальше не пройдешь. Дьяконы убиты. Так, ну давай дальше в силу вливать. Еще 5 левелов, короче говоря. Сошел с рев. Около. Передадим ей пепел. Новые товары придутся тебе во вкус. Какие? Сошел с рев. Тогда у тебя есть куклы, пройдешь. А как эта кукла называется? Ну, шапка здоровенная продается. Большая шляпа мудреца. Что-то ничего нового я у нее не заметил. В принципе, можно этот клинок. Хотя ты говоришь, можно его не затачить. Сошел с рев. Кукля автоматично действует и не нужно искать ее в инвентарь. Сошел с рев. Куклу. Так а куда мне? Вот в это призрачное озеро или нет? У меня, в принципе, выписана последовательность локаций. Шапка клево выглядит. Но она и стоит тоже как-то забавно. Ладно, давай мы, короче, этот клинок качнем. Все равно мелкого титанита много. Большой мы тратить не будем. Мы его закалываем на огонь. Вот, огненный самоцвет. Но все равно ловкости надо поднимать. 2 левела надо. Ладно, у меня их 2. Сошел с рек. Дальше от чашу тебе надо. Угу. Ну вот такой вот клинок, короче, получился. Be careful, говорит. Так, ну чё, 9000 осталось. Ну это вот ни туда, ни сюда, конечно. Ну, там у нас товарищ сидит. Все-таки с ним же тоже можно что-то как-то взаимодействовать. Вот не зря он там сидит. Ему какой-то или пепел отдавать нужно. Или что-то, то, что у тебя выпало с босса. Как-то вот так. Я потерял тостер. Стрел купи. Да, стрелы есть. Я их как-то затарился и пока хватит. Блять, я вечно пропускаю этот трон его. Получается, он второй. Стрелы, видишь, больше это, больше 99 с собой не утащишь. Андрей Тихонов. Большой топор демона у него бери. Сошос рев. Душа формисят вниз до костра, часовню там до волосати, щерки костер ближе. Андрей Тихонов. Лучшая пуха будет, если вкачать. Я, Андрюха, смотрел, кстати, привет. Я смотрел то, что лучшие пухи там у всех по-разному вообще. Сошос рев. Но там ящерки убиваются со меч на огонь. Начать транспозицию. Что ты там говоришь? Топор демона. Ну да. Мне надо будет еще. Знаешь, что качать тогда, чтобы таскать этот топор? 3 уровня интеллекта поднимать. И 3 уровня веры. Это как минимум. Чтобы запихать его не раскачанного в 2 руки. Он большой и прикольный, я все понимаю, но... По статам он такое себе, я смотрю. Он огонь добавляет плюсом, но не фонтаном далеко. Его типа качать надо чем-то. У меня столько ресурсов Андрей нету. Тихонов. Ну а что делать? У меня столько ресурсов не будет его качать. Потому что я уже фламберг качаю. Сошос рев. Не топор демону, а большой топор дракоборцу. Послушай меня, но потом. Вот видишь, сколько людей, короче, столько и мнений. Вот и все. Священный меч Вальнира. А вот священный меч Вальнира, он как? Ну, я смотрю, что по статусу он не особо. Сошос рев. Когда убьешь босс драконоборцу, тогда топор будет у я-то король. Ну это понятно, за драконоборца еще дожить надо. Там еще пердолить и пердолить до него. Вот этот вообще бесплатный. Но это за Вальнира. Как меч. Священный меч Вальнира. Короче, вот, блин... Вот путают они этой хрени очень сильно. Вот в первой части ты точно знаешь, какое оружие тебе надо. А тут его просто дохрена. И оно, в принципе-то, все одинаковое. Чисто отличается только мувсетами. Какое-то бьет дольше. Какое-то можно замазать смолой, как бы. Какое-то нельзя замазать смолой. Сошос рев. У тебя топ-меч, братан. Зачем голову мотаешь излишне? Ну, ты же недавно говорил то, что надо мне таскать именно вот эти вот дубинки и качать только их, потому что надо скелета хуярить. Нормально, я без них, без этой дубинки все ништяк прошел. Я вот даже сомневаюсь теперь насчет этой катаны, которую я на огонь заточил. Потому что она только для мобов, и не факт, что вообще пригодится. По-моему, и тут знаешь, как надо сделать? Просто, короче, если тебе меч нравится, то брать один и качать его до упора. Ну вот, я про этот меч читал. Сошос рев. Прошел, но сколько смертей были? Ну, блин, их по-любому будет. Они по-любому смерти будут. Я играю в эту игру первый раз. Сошос рев. Споришься, профессионал, братан. Смерти будут. Ну, а так, знаешь, вот так вот, блин, посмотришь, все профессионалы, короче. Вот про этот меч Фарона я читал. Его можно сделать бесплатно, но он, типа, будет хуёв. Все не в восторге, короче говоря, от этого. Вот про этот я потом посмотрю, короче. Почитает, насколько он в раскачанном виде мне подойдет. Большой топор демона. Ну, для него надо очень много качать. Это надо, короче говоря, засесть и фармить, и фармить, и фармить. Один левел у меня сейчас стоит 21 тысячу поднять, или 22. То есть уже 6 уровней надо только, чтобы этот топор схватить. И то, который не факт, что мне подойдет еще. Ладно, я, короче, посмотрю, пока я, как мувсеты и так далее, как, короче, действуют эти опухи, а потом решу вообще, надо ли их просто даже тратить душу на это дело. Пока, короче, давай, что там у нас, час остался. Ну, балшетит они те обломки, не хватит качать разные мечи. Так вот, не хватит. Все качать не получится. Так было всегда во всех частях Dark Souls. Надо что-то выбрать одно и качать это до упора. Тогда это оружие, в принципе. Но, видишь, ты не совсем видишь, как у тебя поведет эта пуха потом. Типа ты не можешь посмотреть конечный результат, когда только взял это оружие. Ты не можешь узнать, как оно тебе будет заходить ли или нет, как бы, если ты ее прокачаешь хотя бы до плюс 7, допустим, и потом куда-нибудь еще залочишь ее на какую-нибудь молнию, там, я не знаю, или на тьму. Сделаешь, а выйдет хуйня, и ты, короче, получается, всю игру просто не то оружие качал. Хер его знает тоже. Я думаю, какую пуху схватил, короче, какая тебе больше подходит, такую и надо брать. Кто-то вообще пироман там бегает. Угу. Давайте, наверное, перекур. И потом еще часик подстримим. Сейчас я подойду. Не отключайтесь. Ну или отключайтесь. Сошёс рев. Клинок не надо качаться, обалшетит аните. У него урон от огня удвоенный достаточный. Черный клинок ты имеешь в виду, который на катану похож? Я его, кстати, даже в инвентарь не взял. Я вот видел вот с такими пушками, короче, вот с этими двумя мечами. Люди качают их на плюс 7, потом чаруют молниями и проходят всю игру. Да. Вот с этими вот двумя проходят всю игру, захераченную на молнии. Как-то так. Впереди отсутствует короткий путь, кровавое пятно, тем более впереди отсутствует прыжок. Ладно, зажигаем. Я подойду. Давайте перекур 3 минутки. Mr.Toaster. Не на катану вина, у тебя пути катаны. Сошел с рев. Его будешь пользуешь только на слезни эти, которые боятся огня. Mr.Toaster. Она. Это, конечно, здорово, но давай-ка мы пойдем в Тлеющее озеро. Потому что вот это вот все большая локация, которая дальше ведет другие локации. Тлеющее озеро у нас, по-моему, она как финальная идет. Ну, в смысле, конечная. Поэтому логичнее будет сходить туда. Не знаю, я туда хочу. Серега, коллеги, предлагаю вкусить лакомство за наступающий старый новый. Вкусите, вкусите за меня. Я пока не могу. Покинутая могила, да, и вот они, короче, ниже будут спускаться. Катакомбы Картуса и так далее. А это уже Элитил. Это уже другая локация. Поэтому мне надо сюда. Логично. Посмотрим, побегаем. Завтра продолжим. У нас на этой локации босс Старый Король. По-моему, это мужик такой на петухе здоровенном сидит. Веселый да нельзя. Я пока ты полюбил кого-нибудь? Не, пока никого не полюбил. Надо как-то этого червя, короче, согреть. Щит желания. Понятия не имею, что это значит. Так, ну у нас червь тоже получает урон. Но одновременно с ним опиздюливаемся. А по-моему, он вместе со мной, блядь, урон получает. Стоп, тут можно еще что-то менять. Понимаю, эту ГС вообще никак нельзя выключить, да? Да, твою мать. Или ничего не слышал вообще. У меня... Сначала арбалетчика, если мешает на горе. Он, конечно, мешает. Я, короче, даже сообщения не слышу, мне долбит в ухо. Баллист не попадает по тебе. Мне в ухо долбит, короче, это стрелами этими, тут все взрывается. Червь, короче, орет. Я ни хрена не понимаю. Сзади червя есть какая-то ямка. И потом стоять не шевелиться. Я понял, я попробую. Сошел с рек на 50. Блять. Везде, короче, титанит у нас разбросал. Ссылка с термопсимушкой. Ты вернулся. Вот таким образом я, походу, иду к этому. Сошел с рек. Там пятно крови должно быть. Ну. Блять, она исчезла. Придется перезайти. Мне нужна эта ящерка. Мр.тостер. Его льмая фюрер. Сошел с рев. Тобей со двух рук. Да. Сейчас. Серегазе. Супагут. Сраные, блять. Ну. Я даже тороплюсь просто размотать побыстрее эту ящерку сраную. Если я правильно понимаю, то... Скор, спасибо за донейшн! Скор, thank you for donation! За ящерку, вилкой в глаз. Да, блядь, ты... Все? Да, я успел. Еще ящерица. За ящерку Эдвард, стреляя в упор. Тихо. Да иди ты сюда. Сошел с рефа. Не удерживай много кнопку для них. Сделаешь блош 1-2 ударов, отпускай кнопку после каждой удара. Так, ну я успел. Там мужик впереди. Я не знаю, что это за чел. Впереди класс. Ну вот тут какой класс. Ну еще. Надеюсь, я не зря его убил. Но он на меня нападал. Впереди обезображенный, впереди клад. Сошел с рек. Это друг Анрион с ума сошел. Ага, я понял. А что впереди клад? Ну как-то, как его открыть? Серегазе. Норм горация поздуливается. Чего не взять? Не, горации вообще откис. Откис, как детки в школу. Прочесть послание, а забрать. Вот, пилюля. Ну, тоже мне клад, кстати сказать. Какая-то херня вообще. Большой осколок титанита. Это, короче, я фламберг могу заточить неплохо, кстати, сейчас уже. Это невыносимо. Ну и все. Так, ну я удачно зашел, по крайней мере. Во-первых. Сколько ящерок положил. Мне типа хватит, чтобы прокачать ледяной меч. И вот этот тоже меч хватит прокачать. Ладно, это потом. Надо определиться, как завалить вот этого стрелка. Теперь. Бля, вот крабов мне точно не хватало. Бля, он встать не дает. Ну, крабы пошли в жопу, я думаю. Такое ощущение, что он лупит со всех сторон одновременно. Разве можно действительно убить этого мужика, ну, который стреляет? Или это нереально? Давай пятно поищем. Души. Где? Так. Ну тут война дорога. Я ничего не слышу. Блять. Баллист не человека, а механику. Как-то можно эту механику нечеловеческую замочить? Короче, за крабами, да, этот механизм находится адский. Блять, ну... Надо бы тут же забрать. Они прям на этом пятаке. Бля, не дальше. А что, блядь, я тут в текстурах вообще полный. Это пиздец, я ничего не понимаю. Включается. Угу. Ну, значит, надо через червя как-то пробираться. Значит, все верно. Спасаем душу, а потом туда, ближе к двери, там искать пятно. И ты вот на этот пятак только заходишь, и все, уже начинается война. Так, ну окей, окей. Пятна я тут никакого не наблюдаю. Блять. Какая-то ямка. Удачи. Спасибо. Сошел средний. Вот тут примерно. Слушай, ну он по мне хотя бы не шарашит. Уже хорошо. Но он и в червя тоже не попадает. Макс, теперь. Хотя червя нужно вроде бы листья прихода. Сошел срез. Не дали снизу малой воде. Серьезно. А черт убивался парочкой очень после каждого движения. То есть черт останавливался. Я к червю вообще не могу подойти. Далее по кругу. Сошел сред. Там ямку есть. Я вот здесь никакой ямки не вижу, потому что меня хуярят и все. Прям на лестнице стоять мне не получается. Меня сразу дупят. Безбожно. В червя тоже никто не попадает. Андрей, тихо. Пусть одного берега разрушение перед. Ну, костер я нашел, допустим. Давай его запалим. Там, по-моему, у самого берега возвышение перед чем? Я просто, блядь, момент этот не понимаю. Вот здесь я только на эту площадку становился, не пизда. Слева от леса, лице под уступом рядом с червем. Вот какая-то ямка типа. Ну, видишь, как они хуярят. Вот прямой наводкой меня въебывают. Так. Нет, нихуя. Нихуя, это не та ямка. Ну шарашит, блядь, и шарашит просто. Ну, кстати, сейчас червюка летела немного. Серега, слева от лестницы лицо червюка. Сошел слева. Дальше направо. Да, он достает от нас. Он ебенит и ебенит просто, как заведенный. Вот примерно здесь не попало, вот. Вот он, червя, вот здесь только ебашит. ямки не помогает ваш. Вот так вот он до меня не достает, и в червя попадает. Вот самая оптимальная, короче, точка. Все, червь подох. Громовой кол, горящий осколок кости. Все. Сошло с речи. Перед тобой воскрешение есть. Там я был. То есть, короче, у нас обстрел не закончился. Спрашивай излишне. У нас обстрел не закончился, короче. Давай тут заберем, блять. Вот хуярит и хуярит. Кто говорил то, что червь, когда червь дохлый, на тебя баллисты не реагирует? Это не так. Это ложь. Я сейчас тут отъеду, блядь, и заново побегу от червя. Походу так. Так, ну окей, я хотя бы души забрал. Тут у нас, я так понимаю, босс. Здесь уже все. Я еще один секрет тут знаю. Берешь мешаль плюс F4, идешь в рыбный, покупаешь угля и жаришь его в отместку. В очко его жаришь. На любителя. Так, не, надо по-любому уже костра посидеть. Я тут с этой баллисты что-то вообще прикурил. Но в принципе все в округе, по-моему, собрал. Все, что типа надо. Угу. Еще ниже. Где я вообще? О, понеслось. Что это за черти? Я таких не видел еще. Да, прикольно. Ты к баллисте не сходил. Сошел с рек. Шарики огня не тут собой убиваются. Куда он жирный? Блять. Масло. Жарить угля. Это в прямом или переносном смысле? Жарить угля. Нет, в прямом. Именно взять и дрючить рыбу, короче. Ну это для извращенцев, да, понимаешь. Зато отомстишь. Да, ну это на катакомбы все это дело похоже. Тут дальше шел, и тут баллисту. Баллиста дальше будет? Потому что там, по-моему, там где крабы шароебятся, по-моему, туда вообще никак не пройти. Там типа локация поворачивает, тут кто-то еще ходит. Ой, бля. Серега, я так понимаю, угрю можно 2 раза подойти. Прямой переносной. Ни хера не вижу. Серега, вероятно, да. Близко дальше будет. Блять, надо лечиться. Да, сейчас очень быстро откиснусь. Тут наверху дальше не ходит тупик. Ну, мне надо будет сходить. Я должен убедиться. Блять, у меня прям назад отгоняет. Тебе вниз, справа и справа. Давай сначала здесь все осмотрим, там что-то лежит еще. Заманчивое. Я думаю, смерть одного моба как бы тут нормально. Ничего страшного. Ржавый щит мозгляка, осколок титанита. Серега, это не то отравление, которое портит оружие и броню. Да вроде нет, я смотрю то, что полоски у меня вроде целые все. Я, наверное, дохну быстрее, чем у меня броня с оружием портится. Так что все нормально. Так, вот еще, короче, 2 прохода. Они все идут. Давай мы тут осмотримся. У нас что-нибудь еще есть интересное. Ну-ка, вот это что за чучело? Этот пиздой кверху сидит. Ждет расправы. Ну, они люкают. Сразу два, вы что, издеваетесь? Ну, они бешеные вообще. Они просто на тебя нападают и делают тебе головоломойку. Это на какого-то мини-босса похоже, я не знаю. Ну хоть не нападает на меня, слава богу. Бля. Серьезно, вот ты заходишь просто, чтобы пизды получить. Че это жижа от меня отвалит, нет? Взял мне голову, отъебал. О, такие были в первой части, чуваки. Я их помню. Пятно драное. Сошел с ринга. И так сойдет. Все, 15 сдохло. Кто-то справа топает. Ну тут, блин, ты просто упадешь. Да. Ладно, давай вниз тогда. 7 фляжек на изучение. Че, короче, говорите то, что здесь, если спускаться все время направо, то попадаешь к этой баллисте, да? Бля. Тут все вечером, я смотрю. На ждунов, похоже. Ну да, кстати, что-то такое есть. Серега, Сашу Срив, зачем ты сообщение удаляешь? Да, я тут хер попаду. Ай-яй. Прям бочкой меня отжарили. Меня прям в очко нахерачили. Сошел сред. Тут тоже много смертей будет. Да тут везде полно, по-моему. Бля, это наводящиеся, что ли, штуки-то? Надо по-резкому как-то эту штуку от мудов. Сошел сред. Бля, не так. Все, я отъехал. Надо сюда идти, выковыривать души. Та-да! Бля, как долго тут бегать, а? Я вот просто не знаю, насколько я верно иду просто. Ну вот и понотники сейчас, короче, самые такие лютые, я смотрю. Надо, чтобы как-то их по-быстрому убивать. Серега, Сашу Срев, это фигня. Прочитать можно. Ты удаляешь, не успеваем понять написанное, оставляй. Нормально все. Сашу Срев. Давай с этой стороны зайдем. Там тоже тупик. О. Шарики. Я душу забрал. Это я вот удачно, блядь, сходил и тоже мне прилетело урона. Тут кто-то песни поет еще. О! Залупыш за мной пришел. Давай, 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 не пей его, нахрен. Блядь, надо уходить. Они кричат, наверное. Так, ну наверху, в принципе-то что, я все обошел. шарики, это забавно. Давай-ка мы вот эту падлу выманим. Бэкстеп. Да. Тут видишь, не развернулся. И песни бардовские кота Валерия Новичника. Так, а где он? Он ушел. И он да как-то сагрит. Вот вообще что-то напалмом меня вылагает, как мышно. Давай. Чертовы губки. Правило, просто ты отсюда вылезаешь, и тебе сразу же прилетает две птички. И еще это... Блять, я бану. Он тебя просто этим огнем засуривает нахрен, да и все. Сошел с рев. Сруби с лука шарики тогда, да и жирни. Мне не дают времени прицелиться. Тут надо быть ебучим леголазом, чтобы попасть в эти шары. Это ты, Джон Вейн, это я, Джон Вейн. Серегазе. С лука по шару. Вот я не вижу нихуя. Шарики можно свет поступить, где один там и стреляет. Ну. Так, ну окей, пока живем. Тоже, кстати, титанит падает. Давай попробуем шарики эти. mr.toster Американец или ты, ну, точка и краткая американец. Короче, надо как-то их по очереди выманивать, чтобы вот такого замеса не было. Они тебя тут и огнем, и шарами, блядь. Всем остальным. Иди ты. Я практически нихуя не понимаю, что происходит. Но если я сейчас отъеду, то... Давай, Маргулес. Мы верим в твою криворукость. Угу. Давай, забираем вот это дерьмо. Так. Меликанец. Вот, теперь это залупа хочет ко мне подходить. Сошел с ряда. Вернись наверх и стоит, а перилу и стрела и по шарике. Ладно, вот это, в принципе, замочить. Все. Окей, окей. А, и шары исчезли. Так получается, вот эта херня, она и творит вот эти шары, короче, они возле нее как сферы летают. Ну, блядь, даете. Я только сейчас понял, как этот моб работает вообще. Опять мне в голову ебут. Серега, на звонок поставить этот звук полоскания горла. На будильник лучше. Сука, вот специально сейчас заманивают всякими приколами, короче, лишь бы ты подошел, тебе на голову что-то прилетит обязательно. Да, видали там какой кошмарный mr.to статуя. Дубль 2. Так, ну я, наверное, не вижу смысла туда идти. А эти пятна тут живут, короче, себе спокойнее. Так, вот тут какой-то проход. Ага. Наёбка лучший друг чекиста. Короче говоря, это еще ниже опускается. Я вот просто не совсем понимаю, если баллиста наверху, а ты все время идешь вниз. Тут либо должна быть очень дико большая лестница наверх. Вперед два пути, слева и прямо, слева баллист, прямо и стасы костер. Вперед, два пути, слева и прямо. Может, там иллюзорная стена. МС и костер. Может быть, конечно, там иллюзорная стена, но обычно пишется. Типа тут вот секрет, тут вот возьми. Серега. Ну вот и ответ. 7 бед, один ответ. Че полез сюда? Бля, они, кстати, борзы. Вот, в принципе, каждого надо за кого-то преследовать, а то так будет неинтересно. Когда ты под спидрану летишь, долго поздно. Все, ничего тут нет. Но я хотя бы убедился, что я ничего тут важного не пропустил. Единственное, что, по идее, тут должен на самом деле быть костер. Едь огня не слизни, не бноятся огня, ни другие. Да это ладно. Хрен с ним. Они как бы отлетают, подыхают и нормас. Только не в этом. Тут у нас еще получается два хода. И чё, и чё? И куда? Кто-то храпит. Впереди враг. Он там, блядь, носится. Давай. Куда он делся? Он просто исчез, короче. В текстуры куда-то. Ушел в стену. Сошел с рек. Прямо стена. Там куховой меч, но и жаскирица. Сейчас мы этого рыцаря захуярим. Я их помню по первой части. Они бакстебятся. Я таких рыцарей фармил. Ай ты, сука. Взял, заебенил меня. Там еще где-то пол проваливается, и стены бей. Ну, это ж по возможности. Да, это черный рыцарь, он с первой части они. Я вот с такого рыцаря лебарду нафармил. Я с такого черного рыцаря лебарду себе нафармил. С ней, собственно, и пробегал потом всю игру. Так. Нас тогда эти ребята больше не интересуют. По-моему, я сюда ходил. Да, блядь. О, пизда. Все, я проебал 25 штук. Та-да! Теперь уже похуй на этого рыцаря и так далее. Ну, у него просто меня фаерболами в жопу нашвалял, блядь, и все, я подох. Плюс еще спереди эта каракатица ползущая, которая тоже может неплохо задамажить. Так что тут типа надо выбирать, кого лупить. Ну, вообще желательно, типа... Это дело аккуратно подходить. Убивая каждого моба. Мне хотя бы полечиться. Давай-ка рыцаря мы назад вернем. Пизда, что происходит, а? Ладно, мы пока пособираем, пусть он там бьется с ним. МР точка теста. Да, нам его не парится. Ну и возьмем, башенбасит уже, по-моему, это чисто делать в чести. Ну и чё, и чё? Топор черного рыцаря. Меч черного рыцаря. Тарарарарам. Где он тут? Ну, вот топор я вижу. Надо очень дохрена на этот топор качаться, если его таскать. Меч черного рыцаря. Сошел с рек. Вот соеду меч и обегаю. Я понял. Ладно. Сошел с рев. Но нужны мерцалки, а ты потратил их на еретилу. Спасибо за донейшн. Thank you for donation. На носки черного рыцаря. Спасибо, Серега, за поддержку. На еретилу я потратил только до плюс 2, во-первых, я ее прокачал. Во-вторых, ты тоже говорил, то, что еретильский меч он охуенный, его надо тоже качать. Так что я не успеваю за твоими мыслями. Ты говоришь, качай одно, потом качай второе, потом качай третье. Одновременно все качать у меня не получится. Так что. Он, в принципе, неплох. Но я потом про него прочитаю. Стоит ли вообще его трогать в прокачке. Сейчас мне, блядь, нефть прокачает. МР. Тостер. Носки, трусы, что дальше? Полный сет, короче, нужно собрать черного рыцаря. Панталоны черного рыцаря. Труселя черного рыцаря. Так, ну и все. Нет, еще дальше. Вертоп и дальше, когда выберем мерцать, когда можно касать и тот. Серега и черные мамбы в жены. Черную матку в жены. Если у меня вообще получится собрать еще настолько много мерцалок, чтобы прокачать этот меч до конца. Но, кстати, меч черного рыцаря, ты его не можешь ни смолой никакой намазать, ни хрена не можешь сделать. Это его минус. Так что, насколько он хорош, я еще почитаю. Точно до костра стена в углу, я так понимаю, там и эсэс заберешь. Я не знаю, я пока бегу, Саша, короче. Мерцалки будет около 30 и болшпи даже. Угу. Ну, типа, есть резон прокачать, но видишь, чтобы двухручный меч таскать, надо и билд под него затачить. Надо, типа, физуху качать, Саша, там, хуюху и так далее. Не все сразу. То есть, чтобы пользоваться одним оружием, тебе надо полностью все прокачивать. Так-то у меня есть уже, допустим, щит черного рыцаря. Просто я не знаю, насколько сам меч хорош, чтобы его качать. Может, он типа внимания даже не стоит. Блять, еще один этот. Порноёбка, да, тут? Да нет, смотри-ка. Я думал, пол провалится. Ну или еще что-нибудь, типа, шипы со всех сторон меня расплющат. Что-то я куда-то... Серега, МГ плюс качаешь. Нет, я на НГ плюс точно играть не буду. Мне этого будет достаточно. Я по кругу бегаю. Да походу. Сошел с рев. Е тот меч из первой части, я там тоже с Аневой бегаю и потом с алебардом. Я сразу алебарду выбил. Мне не досталось ни обычного меча, ни длинного меча от рыцарей. Только алебарда одна упала и все. А для этих рыцарей положил я будь здоров. Так. Это, конечно, здорово, но ты говорил, там где-то этот будет. Я вот что-то не вижу. Никаких стен призрачных. Сошел с рифа. Точно дойти и без следа. Как понять, точно до тебе стена? Ну тут никакой стены нет. Сошел с рифа. Прошел на 1 метр до неба. Так, сейчас мы сначала проблему эту устраним. Блядь, ну тут реально все одинаковое просто. Андрей Тихонов. Справа. Справа. Здесь? Андрей Тихонов. От спуска. Тут ни надписи, ни хрена нет. Справа. Сошел слева. Ищу угол к там. Вот, по-моему. О, наконец-то. И чё, и чё? Бля, ну это просто реально лабиринт какой-то. Заебись, я выглянул. Сука, тут и пятна еще. Пизду, пускай повисят. Осколок. А, я с обратной стороны обошел. Понятно. Так, игнорим этих чуваков. Долбить их нет, не вижу смысла. Так, отсюда, если я выхожу... Беги, забери лут и обратно не бей, слизни. Я вот не понимаю, вот это вот куда нас ведет. Ладно, хуй бы с ним. Короче, потыкали вот сюда прямо. Тут еще несколько путей. Плюс еще там что-то пропустил. Надо было, наверное, голову не делать, короче. Пойти по возле червя к боссу. О. Ну, чуть-чуть. Есть, я успел. Хаотичный самоцвет. Надо было сразу за червя к боссу сходить, а потом уже, типа, завтра изучать другую локацию, потому что что-то она, я смотрю, вообще какая-то бесконечная. Сошел с рев. Тут 3 мобов, там 2 в засаду, смотри из двери. Там 3 моба, которых надо как-то из засады, из двери смотреть, если я правильно понимаю. Я отсюда пришел. Да. Угу, потом пошел вот сюда. Осторожно атаковать из засады. Понятно. Подстава, короче. Подстава века. Нормально. Разобрался. Питонит. 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 Книга пиромантии изолита. Ну ладно, окей. Ну и в принципе тут все. И чё? Я, короче, походу потерялся. Серега З. А да нет. Простатит. Я, походу, потерялся, короче, и надо вот отсюда. Назад. Вернись обратно, и там волевой туннель. Я думаю, что будем сейчас, короче говоря, заканчивать и продолжим завтра. Потому что эта локация, по-моему, не закончится вообще никогда. Она слишком здоровенная. Так я, короче, до этой баллисты, до ней так и не дошел. Ну ладно. Доползем как-нибудь. Я не знаю, может быть, вне стрима побегаю и поизучаю, чтобы завтрашний типа стрим начать уже с прохождения босса. Не знаю. Посмотрим, как настроение будет. Пока не знаю. Как-то, ну не знаю, она, короче, эта локация, она одинаковая, как бы. Ты просто бегаешь по этому лабиринту, и ты, блин, только тут был? Нет, вроде. Потом, блядь, обратно ты возвращаешься. Как-то странно вообще. Завтра, короче, ребят, все в 6 часов. По старинке уже. Завтра в 6 продолжим. Надя Петрович, хреново, я бы тоже потерялся. Так вот, стенки одинаковые, помещения одинаковые примерно. И ты где был, где не был, хер его знает. Сейчас надо типа вообще, чтобы нормально раздуплить, в какую сторону идти, надо просто возвращаться практически в самое начало. Там, где шарики я с лука убивал. Вот туда коридор разветвляется. Как-то так. Ладно. Будем отдыхать. Завтра продолжим. Как-то, ну да, завтра в 6. Ладно, ребят, всем спасибо за поддержку. Серега, отдельное спасибо за донаты. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте